325 заявлений сообщений граждан по преступлению и происшествиях. Тяжкие телесные повреждения были получены двумя гражданами. У нас был совершен один грабеж, раскрыт 26 краж. Из незаконного оборота было изъято 4 единицы оружия. Также было зафиксировано 4 факта сопротивления работнику правоохранительных органов, были задержаны. Средней тяжести и легкой тяжести телесные повреждения получили 21 человек. Было выявлено 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 16 фактов умышленного повреждения имущества. Большинство, опять же, таки связано с артиллерийскими обстрелами со стороны Украины. 4 факта мошенничества. 1 факт незаконной торговой деятельности. По линии экономических преступлений было выявлено 7 фактов. 1 факт получения взятки был зарегистрирован. 2 факта выявлено с незаконной операцией с металлоломом. Изъят металлолом, то есть прекращена деятельность определенных пунктов. Было выявлено 3 факта хранения и изготовления аппаратов для производства самогона. В отношении несовершеннолетних было совершено 7 фактов преступлений различных тяжестей. Отдел по делам детей проводит проверку по всем указанным фактам. Также было совершено 2 ДТП, 6 самоубийств. Также 50 граждан нашего города скоропостижно скончались. За этот же период 80 протоколов административного кодекса было составлено. Из них 2 это по незаконному обороту наркотиков в небольшом количестве, без цели сбыта. За появление в пьяном виде 47 человек было задержано, мелкое хулиганство 6 человек, насилие в семье 3 человека, незаконная торговая деятельность, то есть в неустановленных местах не торговали, было задержано 6 человек, в отношении них составлены протоколы, направлены в суд. Также за неправильное обращение с охотничьим оружием было составлено 4 административных протокола.